Привет, ребята! Давайте мы расскажем для вас старую добрую сказку. Старую? О, тогда давай расскажем ее по-новому. Хорошо. Жили-были дед да баба. А только современную. Дед да баба. И была у них Нет, и был у них робот. Я робот. Робот? Его внучок сконструировал. Умный был парнишка. Теперь мы друзья, только это секрет. Робот был очень умный и сконструировал однажды яичко. Не простое, а золотое. Готово. Ух ты! Дед бил. Как это я такое яйцо разобью, интересно? Баба била. У меня такое не получится точно. В общем, баба тоже била, не разбила. А дальше мышка бежала. Эй, только не мышка, а мышонок. И не бежала, а шел. Внутри там, наверное, какие-нибудь конфеты, сладости. Надо его открыть. Раз, два, три. А? Яичко упало и разбилось. А внутри-то ничего нет. Ну ладно, пошел я дальше гулять. Плачет дед, плачет баба. Но тут внучок и говорит: без паники, сейчас все починим. Внимание, работает робот. Первый этап готов. Почти готово. Осталась только сварка. А пока яичко ремонтировали, чтобы утешить деда с бабкой, появилась фея и сделала новое яичко. Не золотое, а простое. Думаешь, их это утешило? Слушай, бабка, какое-то яйцо здесь валяется. Ага, сырое. Надо быть осторожнее, можно его разбить. Но тут снова подсуетилась фея и решила сделать его не простым, а резиновым. Олег? Ух ты, какое-то яичко резиновое. Ничего себе. У меня все готово. Ура, классно. В общем, все были рады. Слушай, а резиновое яичко-то куда делось? А в резиновое яичко мы с роботом будем играть в футбол вместо мячика. Прости, я не умею. А мы тебя научим. Вот так. Удар! Гол! Очень интересно. Пока, ребята. Пока. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.